Ранок вже розпочався, а ви встигли випити чашку чаю чи кави? Якщо ні, пропонуємо на прикладі нашої героїні додати до них солодощів. З нами сьогодні засновниця майстерні солодких подарунків Олена Шагай та її помічниці – дві донечки. Вони разом виготовляють фантазійне печиво, торти та натуральні цукерки для миколаївців. Починалося це все як ігра, ну, в принципі, продовжується теж, тільки вже на більш високому рівні. Ми, звісно, ще не професіонали і не волшебники, ми тільки вчимося. Ми любимо робити вкусняшки, сладості. І угощать. Цій солодкій сім'ї є свої традиції і хобі. Навіть до ранкового підйому матуся підходить відповідально, хоча і з гумором. Саме для себе ми придумали ось таку історію. Щоб день проходив отлично, ми вирішили просипатися в 5:55. Це, звісно, дуже рано, але нам дуже подобається, що у нас ще є час утром просто вместе полежати в постелі. О чому-то договориться на сьогоднішній день. Ну, 3 пятерки, і ми подумали, що це все отлично. Сама Олена за освітою медик, але з малими дітьми відкриває нові захоплення і світ заново. Ми настільки веселі і дружні, що у нас один у мами велосипед, тільки з 2 дитячими сідлушками впереді і ззаді. І ми для себе відкриваємо навіть такі вулиці, які ми, в принципі, навіть не знали, що є. Єдина проблема – це дороги, що не везде можна проїхати. А ще вся родина малює, танцює, а ввечері читає книги. Читаємо, ну, все-таки класику. Навіть якщо я скажу, що ми любимо читати Маяковського, то це немножко напугає. Але що таке хорошо, що таке плохо, у нас дуже любимо стихи більше. Хоча тут же Буратіно, сказки народів світу. Саме тому маленькі Марічка та Дарина постійно беруть участь у конкурсах з читання віршів. І навіть нам розказали один повчальний твір. Жила-була муха, капризна я муха, муха по імені Нехочуха. Була у капризної у мухи подружка, мушка по імені Нехочушка. Бежали денечки, спішили неділі, подружки на ветке зеленой сиділи. Сидели направо, налево глядели. Они никогда ничего не хотели. Чтоб сказка плохого не знала конца, спасать надо мух от грача молодца. Пора заступиться мне за нехочух. Пора-то, пора, только я не хочу. Олена вважає, що скільки дітей у людини, стільки життів ми проживаємо поруч з ними. Тому, щоб не витрачати часу на інтернет-розваги, Олена придбала діапроектор для розвитку своїх дівчат. По всій Україні збирали діафільми, їх вже дуже складно в хорошому якості знайти в стані. Але ми умудрились. І у нас вже більше, ніж 300 діафільмів. Сказки є такі, що я пропустила в своє час. Да, старые, когда надо читать, у нас уже и Машенька, даже и Дашенька нас уже умеет по буквам читать. Раньше она нас читала не по буквам, она видела картинку и что-то придумывала сама от себя, ну там фантазировала. А поки ми вирішили скуштувати кондитерську фантазію дівчаток. Ми сейчас вас будем угощать. Ух ты, давайте. Ну давайте. Берите тарелочку, возьмем горячий чай. Розлаживайте пироженьки, горячий чай, Даша. І таки дісталось. А ми бажаємо всім гарного дня. Кондитер Олена Шагай сьогодні завітала до нашої студії, а також юні кондитери Машенька та Дашенька. Вітаємо вас! Доброе утро! Доброе утро! Всім добре. Дівчатка, чому сьогодні будете навчати? Ми подивилися в сюжеті таке яскраве, гарне тістечко, персик. Персики – це взагалі літній фрукт, і хочеться зробити такі смаколики для абсолютно усієї сім'ї і поділитися з нашою творчою групою. Навчите мене робити таке? Так. Що нам для цього необхідно? Спочатку ми повинні зробити тісто. Тісто. Як ми робимо тісто, дівчатка? Що нам для цього необхідно?
Сначала мы возьмем яйца, а потом взбиваем хорошенько миксером сахар. Даже как мы взбиваем? Так, чтобы... Очень сильно. Очень сильно. А как мы поймем, что тесто уже хорошо взбилось? Пенка будет красивая, правда, Даша? Да. И рука сильно уже трусит, да? Да. Потом мы добавляем сметану и сливочное масло. Комнатной температуры. Потом опять. Что мы еще добавляем? Взбиваем. Щепотку мы добавим соли, соды, ванильки. И тесто поставим немножко... В холодильник. А пока тесто в холодильнике, мы готовим нашу начинку. Я так понимаю, что начинка это самая вкусная, потому что девчонки оживились. Что у нас за начинка? Опять же, здесь у нас масло и вареное. Сгущенка. Еще тут крошки добавлю. Да, крошки, которые мы потом это... Мы туда тоже добавляем. Какая сладкая начинка, девчонки. А вкусная, наверное, да? Да. Понятно. Что нам еще нужно? Сделали мы начинку, тесто наше остывает в холодильничке. Да. Потом мы его взяли с холодильника. И что мы, девочки, делаем? Такие полушарики, как колобок. И раскладываем на противень. Потом мы этот противень... Потом мы делаем небольшую ямочку. Ну, уже когда готовые, да, испеклись. Да. А сколько они пекутся у нас приблизительно? 15 минут. Да, 15 минут приблизительно. Мы посмотрим, чтобы они были румяненькие, да, Даша, красивые. Да. Мы достали и сделали, покажите, что мы сделали. А покажите, какие должны быть? Что там, чем мы это делаем, эти ямочки? Чайной ложкой. Чайной ложечкой мы делаем небольшие ямочки, да? Да. А для чего мы делаем такие ямочки, девчонки? Чтобы туда положить сгущенку. Вот покажите, пожалуйста, Ине, как надо вообще сделать. Показывайте, как вы ложите сгущенку и сколько нужно сгущенки для вкусного пироженка. Вы-то уже точно знаете? Да. Ну, да. Скажи, мы Даша. Мы уже готовили. Готовили. Ну, вообще мы считаем, что сгущенкой пироженое не испортишь, точно как и маслом кашу. Вот потому мы стараемся ложить побольше. Так, положили, потом нам надо, давай, дочка, тебе помогу, чтобы быстрее. Потом нам в это пирожное еще надо положить что? Грецкий орех. Это мы придумали вместо косточки персика, можно положить грецкий орех. Ага, с орешком оно, конечно же, будет вкуснее. Да. Конечно. Просто да. Косточку не едят, а орех можно съесть. Да, ну, вот все. Полезный лайфхак. Косточки мы в персике не едим, а орешек это очень-очень вкусно. Так, вот так мы положили. Теперь мы точно так делаем вторую половиночку, да? А мы что-то еще не положили. Давай я тебе помогу. И это мы все... Соединяем. Вот, все это мы соединили. Но это еще персик совсем не готовый, правда? Он еще немножко не созревший. Дашенька, что нам надо сделать, чтобы наш персик был похож на персик, а то просто как шарик? Надо вмокнуть сок. 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 Что же тут за сок, девчонки, расскажите? Бодрячковый и морковный. Да, держи. А как мы этот сок получаем? Может, мамочка с нами поделится? На мелкой терочке. Трем, потом все это отжимаем. Мам, что нам с этим делать? Макайте уже. Макайте. Одна половинка бодрячковый, а вторая половинка морковный. И даже сейчас персик еще вообще не готов, потому что нам еще что надо, Дашенька, сделать? Сахаре там... Промокнуть, да? Да. Ага. Обволакивать. Обволакивать, извините. Обволакиваем наш персичек, нашу заготовочку в сахар, и уже действительно нам напоминает персички. Давай, Дашенька, пока обволакивает, а Маша еще... Мы решили, чтобы вообще было все красиво и очень похоже на наш персик, мы решили еще вот таким листиком эти половиночки зафиксировать. Есть. Один персик готов. Мам, второй тоже. Второй персик тоже готов. И вот так, Иночка, запоминайте рецепты и будете делать точно... Это рецепты наших бабушек. Бабушек? Да. То есть у нас сегодня печенька, пирожное по рецептам самих бабушек. Да, это очень печенька уже давно. Я думаю, что в детстве его тоже все ели, просто немножко забыли. Но это мы в такой интерпретации, с таким красивым листиком пряничным. Ну, это уже наш декор.
Вот. Просто сейчас же лето, мы потому и решили вас удивить персиком. Но скоро будет осень. А осенью, наверное, персики уже не готовят, Даша? Что осенью лучше? Осенью мы вам приготовим такое пирожное, какое называется картошка. Картошка. Боже, я уже хочу осень. Осень? Ну, осень хотите не только вы. А когда второй день наступит осени, будет мой день рождения. Это намек, что мы идем на картошку с подарками. Да, Даша? А у меня 16 августа будет весной. Летом. Да, летом. Запоминаем, 16 августа мы поздравляем Машуню с днем рождения, а 2 сентября мы поздравляем кого, Дашунь? Дашуню да, поздравляем. Потому что Даша у нас уже будет взросленькая. Сколько тебе уже будет? 5 лет. Угу. 5 лет. Так что картошки можно делать ведро. Точно? Да. Девчоночки, а вот чем вы занимаетесь летом? У вас сейчас каникулы, кроме того, что вы делаете вот такие вкусные пироженки. Ну, зная вашу маму, точно можем сказать, что дома просто так вы не сидите. Ну да. Чем вы занимаетесь? Куда ходите? На какие тренинги, может, на какие-то занятия? Мы не ходим ни на какие занятия, мы сами учимся. У нас каникулы. У нас каникулы. Мы читаем на каникулах, пишем. Ну, все такое. Ну, на рисование мы же ходим. Да, на рисование ходим. А что же вы там учитесь на рисовании? Чему вас учат? Гуашу учат рисовать пастелью. И еще нас учат рисовать акварелью, да? Акварелью. Угу. Дашенька у нас очень любит пастелью рисовать. А в эту субботу мы куда-то ходили. Мы ходили в русский театр. И что же вы там видели? Мы видели там 100 поцелуев принцесс. Спектакль такой. Очень красивый, понравился не только детям, а и взрослым. Это по сказке. Чья эта сказка была, Маша? Андерсон. Видим сейчас ваши рисунки, девчонки, на экране. А вот скажите, что вы рисуете обычно, что вам нравится? Ну, нам нравится рисовать котика пастелью, гуашью, девочку на море. Это все любят. Но я рисовала Ара. Это была моя картинка, которую я выбрала. Мама, как удивилась, чуть не упала. Да, настолько была сложная техника, что мама, ой, научи меня так рисовать. Девчоночки, а вот море рисуете, говорит Маша. На море хотите? Да, очень хотим. Уже пора, да? Да. Погода все время как-то так нас останавливает, но я думаю, что на море плохой погоды не бывает. Так что в любом случае мы на море попадем, правда? Да. Леночка, анонсировали нашим зрителям, что вы такая действительно чудо-женщина, которая все успевает, и детками занимается, и успешный кондитер. Как вы это все успеваете? Может, поделитесь с нашими женщинами секретом? Ну, этого ну, просто хотите. Если вы этого хотите сделать, очень сильно захотите, вы это сделаете. Но, конечно, времени на все не хватает. Хотелось бы и себе больше времени, и детям больше времени, но 24 часа в сутки это мало, потому мы стараемся жить в темпе, весело. Вот еще, держите. Мы хотим просто всем приготовить персики, мы стараемся успеть, так что я думаю, молодцы, что девчонки. Всю студию мы удивим и порадуем, да, Дашенька? Никакого отрыва в производстве. Девчонки, а вот кроме орешка, как вы думаете, что еще можно положить? Или какая может интерпретация орешка, что мамочка посоветует? Арахис. Арахис можно положить. Я бы положила арахис. А мы положили орех для красоты. Грецкий орешек, да? Да, грецкий орешек. Просто у нас такая еда, у мамы такая еда. У всех какая разница еда. Правильно. Свои вкусы у каждого, да? У каждого кондитера свой рецепт. Да. Но это мы взяли просто немножко этот рецепт наших бабушек, да, Даша? Ну, усовершенствовали, скажем так. Потому что в классических персиках, конечно, нету. Но мы подумали, почему бы нет. Правда? Давайте напомним рецепт нашим телезрителям, чтобы те, кто не успели записать, что нам нужно для теста и что нам нужно для начиночки. Так, может уже мама напомнит, можно? Да. Мы берем где-то 2 яйца, стакан сахара, взбили, добавили где-то 3 столовые ложки сметаны и где-то 100 грамм сливочного масла комнатной температуры. Все это взбили хорошо и поставили, пусть тесто отдохнет. Можно? После этого... Когда оно там где-то полчаса постояло, мы сделали такие шарики, приблизительно как персик, нам нравится, что оно очень напоминает. И выпекаем.
180-200 градусов, минут 15. Потом буквально минут 10 остывают наши половинки. Мы чайной ложечкой очень аккуратно серединку убрали, но мы ее никуда не используем, потому что потом она же пойдет в начинку вместе с сгущенкой и сливочным маслом. То есть есть серединку не пройдет. Не, ну, можно успеть, да, Даша? Чисто попробовать. Даша пробовать любит. Да, у нас Даша так... у нас вкуснящая, сладкого любит больше всего. Да. Да, все у нас любят сладкое. Зак... С неба сыпется сладкое, люди лежат и едят. Это такие мы читали стихи. Есть такой веселый стих про сладкоежку, да? А я думала, это уже Машулины мечты, что с неба сладости сыпятся. Это мы читали такую веселушку. Да. Девчонки, действительно, сладко жить не запретишь. Научили вы нас, как делать вот такие замечательные персики. Спасибо вам. Я думаю, что сейчас абсолютно все телезрители, телезрительницы и их маленькие детки спешат на кухню для того, чтобы повторить этот кулинарный шедевр, который, в принципе, как мы понимаем, делается не очень сложно. Да, очень легко, я бы сказала. Спасибо вам за то, что пришли в нашу студию. Я думаю, что наша творческая группа уже готова попробовать эту вкуснятину.